имя тех наших желаний, которые происходили на протяжении этого года. Это, безусловно, была свадьба наших Георгия и Мариши, и мы один из наших мотаров хотим посвятить их счастью, их семье, которая создалась. Все сегодня вам желают добра и счастья. Я хочу, чтобы действительно Божья благодать не зашла бы и была бы в вашем доме. За счастье, за благополучие, за продолжение всех ваших жизненных идей, и чтоб в жизни все у вас получалось. А особенно, конечно, я бы хотел выпить за мою невесту и тире доченьку Маришу, которая нам принесла это счастье, нам принесла эту радость. Еще один мотав у нас сегодня, который будет посвящен нашей Лирочке. Это, наверное, первый мотав ее жизни. И мы хотели бы, чтобы она была бы счастлива, чтобы все те наши мысли и те наши добрые помыслы и желания в адрес Георгия, Мариши и Лирочки, чтобы они Богом были бы услышаны. Христос воскрес! Пусть Божья благодать снизойдет в каждый наш дом и принесет счастье и радости всем нам. И чтобы в невеликой нашей Пасхе Оствац лелеял и хранил в молитве чистый, прекрасный, чтоб Лиру он благословил. Обратиться к дядь Кими, тетя Нине, тетя Лиде, тетя Аси, дядя Алику, тетя Аиде. В первую очередь сказать, что теперь Ачка Люсине. Smile, there's a fire that ignites at the bottom of my heart. Ooh, me, oh my, if we open our eyes, I think we're both gonna find that it's a wonderful life. Вот под эти прекрасные детские напевы, мелодии мы продолжаем наше сегодняшнее заседание. Еще раз с праздником, со светлым праздником Пасхи.